Время новостей на нашем телеканале. В студии Алиса Коряк. Здравствуйте. Прямо сейчас расскажем о главных событиях в стране и мире к этому часу. Бывший посол Молдовы в России Андрей Негуца задержан на 72 часа по делу о контрабанде анаболиков. Информацию подтвердили в Генеральной прокуратуре, отметив, что экс-дипломат предстал сегодня перед прокурорами, где был заслушан и признан подозреваемым в соучастии. По словам обвинителей, Негуца отрицает свою причастность к этому делу. Прокурорам предстоит проверить показания подозреваемого в отношении доказательств, собранных в материалах дела, и в зависимости от обстоятельств, которые будут установлены и будет принято решение о необходимости предъявить бывшему послу ордер на арест. Ранее по этому делу был задержан водитель микроавтобуса с дипломатическими номерами, а также еще один подозреваемый. Напомним, транспортное средство было задержано в начале декабря на контрольно-пропускном пункте в Паланка. В машине нашли коробки с запрещенными веществами на сумму почти 8 миллионов леев. Позже Негуца отозвали с должности посла, а на его место была предложена кандидатура бывшего депутата-социалиста Владимира Головатюка. Добавим, Негуца не ответил на телефонные звонки, чтобы прокомментировать эту ситуацию. Также до сих пор он не делал никаких официальных заявлений по этому делу. Во вторник в Кишинев по приглашению своего молдавского коллеги Майя Санду прибудет президент Румынии Клаус Йоханнис. В сообщении, опубликованном администрацией главы государства, говорится, что в ходе официального визита будут рассмотрены вопросы по поддержке Румынии и граждан Молдовы, в том числе в контексте пандемии COVID-19, а также по поддержке экономического и социального развития нашей страны. В то же время главы двух государств должны принять совместную декларацию, направленную на укрепление двустороннего стратегического партнерства и подтверждающую особые отношения между Бухарестом и Кишиневом в 10-ю годовщину подписания стратегического партнерства европейской интеграции Молдовы, а также приверженность нашей страны европейскому пути. И добавим, Клаус Йоханнис станет первым президентом, которого примет Майя Санду. Президент Майя Санду начала сегодня консультации с парламентскими фракциями и группами вслед за последовавшей отставкой правительства Иона Кику. Встречи с депутатами начались в 11:30 и продлятся до 16:00. Затем глава государства выступит перед журналистами на брифинге, чтобы огласить результаты переговоров. Первыми к президенту пришли депутаты от ПСРМ Корнелию Фуркулице, Петру Бордуджа и Раду Мукряк. Встреча длилась около 5 минут, после чего социалист Корнелию Фуркулице сделал заявление. «Мы хотим досрочных выборов как можно скорее. И мы сделали осознанный шаг, спровоцировав их, отправив правительство в отставку. Если у госпожи Санду будет кандидатура на пост премьер-министра, мы проанализируем, посмотрим программу правительства и, соответственно, примем решение». Позже Майя Санду встретилась с 5 членами фракции ПДС, в числе которых был Игорь Гросс, Дан Перчун, Дойна Герман, Серджио Литвиненко и Михай Попшой. Консультации с ними длились почти час. На вопрос журналистов о том, кого они хотели бы видеть на посту премьер-министра, исполняющий обязанности председателя ПДС Игорь Гроссу уклонился от ответа, а только подтвердил свою позицию по поводу досрочных парламентских выборов. ПДС проголосует за премьер-министра, избранного новым парламентом Республики Молдова после досрочных выборов. Также Майя Санду встретилась с членами платформы «Да», парламентариями от ДПМ, депутатами от политической партии «ШОР» и представителями парламентской группы «Промолдова». В 6 вечера после переговоров со всеми фракциями и парламентскими группами президент проведет брифинг, на котором огласит результаты встреч. До сих пор ни одна фракция публично не заявила о своем отказе от консультаций с Майя Санду. Напомним, правительство ушло в отставку 5 дней назад, а Ион Кику будет исполнять обязанности премьера до 31 декабря. Ранее СМИ писали, что заместитель премьер-министра по реинтеграции Ольга Чеботарь или министр обороны Виктор Гайчук могут временно исполнять обязанности Кику с начала следующего года. По закону президент обязан инициировать консультации с парламентскими фракциями для формирования нового состава исполнительной власти. Затем глава государства должен предложить кандидатуру премьер-министра, который, в свою очередь, в течение 15 дней должен попросить вотум доверия своему кабмину. Крайний срок для назначения нового кабинета министров – 3 месяца. В противном случае парламент должен быть распущен.
Сколько чиновников, столько и мнений. Заместитель главы муниципального управления здравоохранения Борис Гылко сообщил, что первые дозы вакцины против COVID-19 прибудут в Молдову максимум через 3 месяца. И это несмотря на то, что на прошлой неделе исполняющий обязанности министра здравоохранения Верика Думбревяну сказал, что наша страна получит долгожданную сыворотку лишь в конце января. В свою очередь, представители Нацагентства здравоохранения заявили нашему телеканалу, что вакцина в Молдове появится только летом. В социальной сети Борис Гылко написал, что первые дозы вакцины против COVID прибудут в Молдову максимум через 3 месяца. А со следующей осени можно будет запустить доступную национальную программу по иммунизации. На первом этапе вакцина будет поступать от Всемирного альянса по вакцинации и иммунизации до 20% бесплатных вакцин. Некоторое количество будет передано Республике Молдова Румынии. Остальные дозы мы должны будем закупать посредством эффективных межправительственных связей, дипломатической защиты и обеспечения стратегического партнерства, отметил замглавы муниципального управления здравоохранения. Он также заявил, что сыворотка будет бесплатной для всех. Гылко сообщил, что не менее 70% населения страны должны быть вакцинированы для коллективного иммунитета. А это означает, что необходимо примерно 1,5 миллиона прививок. Однако, похоже, пока нет ясности в отношении вакцины, учитывая, что официальные лица устанавливают другие сроки. Например, ИО главы Минздрава Верика Думбревяну сообщила недавно на телевидении, что первые дозы поступят в нашу страну в конце января. А один из эпидемиологов Национального агентства по общественному здравоохранению сказал в интервью нашему телеканалу, что первая партия вакцин поступит в Молдову в мае следующего года. Уточним, с 27 декабря все страны Евросоюза, в том числе Румыния, начали иммунизацию против нового коронавируса. В Кишиневе продолжает расти число заражений коронавирусом нового типа. В отделениях интенсивной терапии заняты все палаты. Об этом на сегодняшнем заседании муниципалитета рассказала глава столичного управления социального обеспечения и здравоохранения Татьяна Бучарски. По ее словам, эпидемиологическая ситуация остается тревожной. К сожалению, заняты все койко-места в интенсивной терапии для взрослых пациентов, инфицированных коронавирусом нового типа. Вчера было госпитализировано 942 человека с подтвержденным ковидом. 55 из них находятся в крайне тяжелом состоянии. 11 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 284 в тяжелом состоянии. Бучарски добавила, что с начала пандемии в Кишиневе было подтверждено свыше 59 тысяч случаев COVID-19. По-прежнему больше всего подвержены риску лица от 30 до 39 лет и люди старше 60. На сегодняшний день более 40 тысяч пациентов с легкой формой заболевания проходят лечение на дому. Бучарски уточнила, что с начала холодного сезона зарегистрировано более 14 тысяч случаев респираторных заболеваний. К другим темам. Национальный банк Молдовы выпустил памятную монету, посвященную медицинским работникам, которые борются с коронавирусом. Монета номиналом 50 леев носит название «Мой врач, мой герой». Она будет выпущена в обращение. Кроме того, ее можно будет приобрести в нумизматических целях. Глава НБМ Октавиан Армашу выступил с эмоциональным обращением, адресованным сотрудникам системы здравоохранения, в котором говорится, что он высоко ценит работу врачей в этот нелегкий период. Уважаемые врачи и все сотрудники медицинской системы, Нацбанк преклоняется перед вами. Я лично преклоняюсь перед вами. По словам Армашу, первые монеты будут предоставлены Институту скорой помощи инфекционной больницы имени Тома Чорбы, Республиканской клинической больницы имени Тимофея Машняги и Кишиневскому центру ковид. И добавим, это уже 8-я памятная монета, выпущенная в этом году. Сделана она из серебра, упакованная в прозрачную коробку из органического стекла и доступна для приобретения в коммерческих банках. И о ситуации в мире. Спустя год после выявления в Китае первого случая заболевания COVID-19 в Европе началась вакцинация, чтобы, наконец, справиться со смертельным вирусом. Тем временем первые случаи заражения новым штаммом, обнаруженным на прошлой неделе в Великобритании, были зарегистрированы и в Португалии. В свою очередь, во Всемирной организации здравоохранения предупреждают, что нынешняя пандемия коронавируса не станет последней.
Руководство Всемирной организации здравоохранения предупреждает, что пандемия COVID-19 не будет последней попытки улучшить здоровье человечества, обречены на провал. По мнению экспертов, любые усилия бесполезны, если не будут приняты меры по защите животных и изменению климата. ВОЗ резко раскритиковал этот факт, что финансовые средства тратятся без учета того, что вовсю бушует пандемия, и ничего не делается для подготовки жителей планеты к следующей возможной эпидемии. Тем временем стартовала кампания по иммунизации от COVID-19, в том числе и в Румынии. Первым вакцинированным в соседней стране человеком стала 26-летняя медсестра из Бухарестского института Матей Балш Михаила Ангел. Процедура длилась чуть больше 6 минут. «Совсем не больно. Это самая безболезненная прививка, что мне делали до сих пор». Между тем, все больше стран уже объявили о подтвержденных на территории случаях обнаружения штамма британского коронавируса. Среди них Италия, Швеция, Испания, Япония, Франция, Германия, Дания, Канада и Португалия. В Австрии с субботы начался 3-й локдаун. Введены ограничения на выход из дома под запретом новогодней вечеринки. Ограничения ввели, чтобы снизить количество заражений до начала массовой вакцинации. Добавим, стало известно, что граждане Молдовы, прибывающие в Турцию, теперь обязаны предоставить отрицательный тест на COVID-19. Как сообщили в посольстве республики, людям без наличия теста будет запрещена посадка в самолет. Вернемся в Молдову. Этим утром в рейсовый микроавтобус Паланка-Кишинев врезался автомобиль, выехавший на встречную полосу. Авария произошла недалеко от населенного пункта Троица-Новая Новоаннинского района. В момент столкновения у маршрутки было 10 пассажиров, которые ехали в столицу. По данным полиции, никто из них не пострадал. 27-летний мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате он въехался в рейсовый микроавтобус, за рулем которого находился 30-летний водитель. Помощь врачей и водителям двух транспортных средств не понадобилась. Экспертиза показала, что оба не были пьяными. Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП, по результатам чего и будет принято решение о наказании виновного. Волки держат в страхе жителей нескольких населенных пунктов во Флорижском районе. Хищники напали на домашних животных, которые паслись возле сел Чутулешты, Сырбешты и Николаевка. По информации, опубликованной в сети, первый случай произошел неделю назад, когда стая волков загрызла несколько овец и коз. Местная жительница рассказала, что она нашла мертвую овцу около овчарни, а еще 5 загрызенных на пастбище. Из 20 коз, которых у нее были, вернулись 18. Женщина говорит, что хотя правоохранители и составили протокол, виновный наказан не будет, ведь никто не виноват в том, что волки напали на отару овец. Опасаясь, что случившееся повторится, ей пришлось продать всех животных, которые у нее были. На наш запрос полиции пообещали позже выступить с подробностями случившегося. И еще одна новость в завершении этого выпуска. 1000 писем получила в этом году Молдавская академия Деда Мороза. И послания волшебному дедушке продолжают приходить с разных уголков нашей республики. Одно даже было отправлено из самого Китая. Причем пишут дедушки как дети, так и взрослые. Среди их желаний все реже встречаются игрушки и сладости, и все чаще просьбы избавить мир от коронавируса и дать, наконец, возможность детям посещать школьные классы. Мало того, в некоторых письмах люди даже просят повлиять на повышение пенсии и дают советы, как не заболеть в период пандемии. Все подробности в нашем следующем сюжете. В эти дни в Молдавской академии Деда Мороза царит ажиотаж. Его помощники с трудом справляются с большим потоком писем, которые приходят со всей республики и даже из-за границы. Первое письмо пришло в августе из Китая. У Деда Мороза есть поднебесный преданный поклонник, который каждый год ему пишет. Самый большой поток писем в декабре, накануне зимних праздников, когда дети, как правило, и пишут дедушке письма. Если в прошлые годы малыши просили у Деда Мороза игрушки и дорогие телефоны, то теперь желания изменились.
Сейчас практически в каждом письме каждый ребенок просит нас, чтобы исчез коронавирус, чтобы не было масок, и они смогли вернуться за школьные парты, потому что они больше не хотят онлайн-учебы. А некоторые просто хотят, чтобы на новогоднем столе была еда. Пишут доброму дедушке даже взрослые, и просьбы их необычны. В этом году мы получили письмо от пожилой женщины, которая попросила Деда Мороза увеличить ей пенсию. В других письмах девушки пишут, что хотели бы встретить своих возлюбленных, будущих супругов. Волонтеры из Академии Деда Мороза рассказывают, что каждое послание имеет свое очарование. И часто дети проявляют в письмах заботу о волшебном седобородом дедушке. Дедушка уже получил несколько плиток шоколада и пакетик чая, чтобы он мог выпить горячего с лимоном и не простудиться. Есть письмо, в котором малыш отправил подарок Деду Морозу. Посмотрите, какой красивый, сделанный руками ребенка. К этому моменту в Молдавскую академию Деда Мороза пришло уже около 5000 писем, и ни одно из них не останется без ответа. Таковы новости к этому часу. Я Олеся Коряк. На данный момент с вами прощаюсь. Удачного вам дня в продолжении. Берегите себя и до встречи в эфире в 21:00.